Забота об окружающей среде и сохранение природных богатств – одни из главных наших приоритетов. В Калмыкии засушливый регион и работа по повышению лесистости как никогда актуальна для нас. Старшее поколение прекрасно помнит Калмыкию в советские годы, когда уровень лесистости достигал 2%. Мы разработали план по увеличению площади лесовосстановления, и наши федеральные коллеги поддерживают нас. Пласт работы также огромный, нужно постоянно держать руку на пульсе. Но я считаю, что будущее Калмыкии неразрывно связано с тем, насколько она будет зеленой, подчеркнул Бату Хасиков. Один из важных вопросов – оснащение лесного хозяйства современной техникой. В этом году в учреждение республики поступает 8 единиц специализированной техники и 39 единиц противопожарного и лесохозяйственного оборудования. Сделано это в рамках нацпроекта «Экология». Благодарю министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия Ащира Джамбинова и директора «Калмлес» Андрея Быстрова за сотрудничество. Мы вместе добросовестно и очень внимательно будем озеленять нашу республику. Убежден, что новая техника поможет нашим специалистам проводить все необходимые работы, сообщил руководитель республики.